Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. Итак, мы с вами продолжаем, блуждание по свалке. Вот, в прошлой серии, мы с вами нашли тайник, где... Фу, бляха, там просто... Ай, слов нет, столько вот мучились, и за каким-то пистолетом, вот. Так, окей. А в комментах вы сказали, что вот это место... А что здесь пусто? А почему здесь нет никого? Так, вот это место, куда мы хотели сходить. Если мы его зачистим, то нам дадут броню. Броня нам очень нужна, вот. Но для этого нужно, отправиться в лагерь. Сталкеров. Вот сюда вступить в ряды, сталкеров. Вот, и тогда будет нам задание. О, появились, смотри. Будет задание, очистить это место, и мы получим за него награду. Вот. Так что мы сейчас посмотрим аномалию. Артефакт попробую найти, да, который там есть. Где, ну, куда мы хотели в прошлый раз. Вот. И отправимся вот сюда. Вступать в ряды, сталкеров, и дальше уже посмотрим. Окей, где мой детектор? Если надо аккуратно, так погоди, у меня. Ага, у меня стоит от телепатии. Так, где-то вот. А, там смотри, там не один. Там два. Тихо, аккуратно. Где-то вот здесь, о-о-о-о-о, вот они два, хорошие мои шарики, о да, хорошие. Интересно, бляха, я не, ой, ёпти мать, я не углядел, это, за шкалой жизни. Мой косяк, не углядел. Ладно, давай сейчас попробуем еще раз. Так, детектор. Хорошо. Я бы выбрал еще пистолет на всякий случай. Так, окей. Так. Где-то упня. А, погоди. Опа, они вот здесь прям рядышком. О, хорошо. Прям. О, зашло. Хорошо, далеко лезть не надо. Прям просто шикарно, надо спрятаться, а то там недалеко бандюки, которые нас просили, о помощи, но на них нападал мутант, и, судя по всему, их, зафигарили, вот. Так, это кто? Свобода! Мутанты зафигарили и заняли то место. Здесь еще, смотри, здесь, где мы стреляли, бандиты тоже заняли место, вот. Мутант. Окей. Так, давай почитаем, что мы взяли. Что это две штуки артефакта? Уникальный артефакт электростатической природы демонстрирует способность к резонансу под воздействием пси-волн. Со временем сталкеры научились подстраивать артефакт таким образом, чтобы тот резонировал в противофазе, тем самым полностью или в значительной степени нейтрализуя пси-излучение радиоактивен. Так, погоди. Плюс 2. У меня тут минус 2. Окей, вот этот плюс 3 телепатия. Значит, этот мы продадим. Один мы пока сюда возьмем. А в дальнейшем я, наверное, его продам. Потому что, ну, не знаю, нужен, не нужен вообще. Так, окей, ладно. Разберемся. Окей. Погнали, так, а куда? Я, наверное, перемещусь быстрым этим переходом. Потому что ждать... Долго идти. И с этими, с бандитами я постараюсь, не связываться, потому что... Ну, не знаю. Это слишком уж сложно, слишком уж долго. Так, бляха, вот они. Тихо. Вот они. Надо в обход. Тихо, погоди, не хренач. Тихо, я пробегу просто, потом хренач. Тихо! Ай-яй-яй-яй-яй! Так, тихо, погоди, надо выпить адреналинчика. Бегом от Седова нахер. Шансончик там зарубаешь. Я прям представляю вот это место, как мы будем, его
раздалбливать под шансон. Так, погоди. Все правильно, все четко? Все хорошо, правильно иду. Ага, вот это место мы еще с вами надо будет исследовать. Вот это место. Там по-любому должны быть какие-то артефакты. Но пока я, наверное, не пойду туда. Так, и все, у меня кончился, кстати, этот адреналин. Пойдем пешочком. И погоди, кто-то бежит. Нет, это мутант. Он на... Тихо. Тихо, где-то рядом. Где-то рядом мутант, ружье. Надо перезарядить сразу. Там еще тайник, вот, но я тоже думаю, пока не будем его смотреть. Так, погоди. Ага. Смотреть его не будем потом. Хотя, бляха. Хотя, бляха, можно исходить. Тихо, здесь у нас аномалии. Аномалии, может, артефакты есть какие? Ну ладно. Бляха, 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 где? Тихо, 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 тихо. Нахер. Нахер. Лишний раз, короче, в стычку не входим, потому что... Ну, здесь... Бляха, нет, 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 ну нет, ну нет, ну нет, убеги, убеги. Давай. Бля. Лишний раз, короче, встревать в драки не будем, потому что здесь уж очень, уж очень они какие-то просто... Пока у нас брони нет, нам нужно... Получили терпилы. Так, а где я? Бляха, нифига себе. Я, оказывается, еще не сохранился. Так, надо ружье, 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 ружье. На всякий случай перезарядка. Сохранится. Сразу этот тайник. Сейчас по-бырому, я его, короче, обследую. Так, аккуратно, аккуратно. Так, это не тот пень. Бляха, что так потемнело? А, радиация, ёпти мать. Я думаю, что так вообще потемнело-то? Так, где тут? Высокий уровень радиации, погоди. Где пенёк-то? А, я еще не дошел. Так, хорошо. Валим. В аномалию опять бы не попасть. Все шикарно. Все шикарно, здорово, пацаны. Вот здесь я более-менее в безопасности. Привет, пока что. Здорово. Так, вот эту штуку я сейчас разнесу. Патроны, бинты. А эти патроны я оставляю. Мне не нужны. Здесь еще какой-то этот. Так, погоди. Есть. Ну, рассказывай давай. А, бляха, патроны. Так, что там? Тебе помочь чем-то? А, нет? Именно пистолет. А, слушаю, да, тебя. Я помню. Я помню. Но пока не буду я это выполнять. Мы идем, короче, вступать, ну, в ваши ряды. Здорово. Так, где тут у нас проводник? Слушаю тебя. Здорово. Так, куда можешь отвезти? Куда можешь отвезти? Так. База нейтралов. Скорее всего, вот это, да, или АТП. База нейтралов или АТП? Бляха. Косарь, ёпти мать, косарь! Продам, короче, сейчас. Чтобы у меня хотя бы что-то, какие-то деньги были. Так, вот так. Косарь, бляха! Ну ладно, что делать? Чё, вот, ну что, бляху, нихрена себе.
центр деревни 2000. Барахолка. Давайте на базу... Так, да, давайте на базу нейтралов, короче, посмотрим, туда ли он нас отведет. В любом случае, короче, там, если что, пробежимся пешочку. Там в любом случае пробежимся пешочком. Можно передохнуть маленько. Подождем еще. Догорань. Что это сейчас было? Что это сейчас было? А, погоди, смотри, расфило даже. Еще немного подождем. Что у вас здесь? Блёха! Всем спасибо, все свободны. What the fuck? А, спрятаться от выброса. Внимание, все в укрытие, приближается выброс. Повторяю, приближается выброс, ориентировочное время. Ёпти мать! Ёпти мать! Так, 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 ну-ка. А если я в доме буду, нет? Ничего? Погоди, стой! Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Нормально, если я в доме? Йо! Так жестко. Так, а народ, а вы чё? Бляха! Все? Выброс прошел? Народ, вы чё? Как? Живы, нет? Слушай, тебя! А этим похер, смотри. Бляха, еще выброс не прошел. Так, окей, ладно. Судя по всему, этого надо брать. Надо же, как отлично все разрешилось. Теперь военные дальше блокпоста долго высовываться не будут. Так, вижу, вы тут хорошо обосновались. Основательно говоришь? Нет, я бы сказал эпически. Правда, чего нам это стоило? Эпически просто. Сколько военные над нами измывались, не пересказать. То рейдами донимают, то вертушками утюжат. Всю торговлю под себя подмяли. Если поймают с хабаром, сразу в каталажку. А если их заказ выполнять, так ведь все равно не заплатят, сколько обещали. А есть, есть правда на свете, истинно сказано. Как Халецкий нас бандитам сдал, тут терпение у ребят и лопнуло. Мы его взяли, а остальные вояки тут же в штаны наложили, не суются. То ли нас боятся, то ли своего командира. Нашли мы теперь себе место под солнышком, и никто нас отсюда не сковырнет. Ты пойми суть момента. У вольных сталкеров теперь своя база есть. Да и кордон наконец-то в надежных руках. Заживем теперь. Искренне рад за вас. Я, признаться, сам военных недолюбливаю. Какие планы будут реализованы теперь? Эх, друг мой, делай планов прямо как в первый день творения. Творение. Базу до конца обустроить. Это в первую очередь. Во-вторых, начнем людей к себе звать. Хотя, чё их звать? Как услышат, сами потекут. Вот увидишь. Люди ведь знают, что мы за правое дело. А потом, как силами соберемся, станем бандитов гнать поганой метлой. Да сколько же их терпеть-то можно, ты мне скажи. Нет им здесь места. Ну а там двинемся вглубь зоны. Может, даже до самого центра дойдем. Сам знаешь, всякому сталкеру о таком мечтается. Я тебе точно говорю, впереди большие дела. Расскажи, что у вас на базе интересного? Как видишь, забот у нас пока еще много. Но, как говорится, возрадуйся малому, тогда и великое придет. Лиха беда начала. У нас уже есть свой механик, свой торговец, ребята с золота. Можешь обращаться к ним в любой момент. Вот придут еще люди, ох, и развернемся тогда. Будь спок, я за собой повести смогу. Есть кое-какой опыт. Так что все это только начало. Так, давно ты сталкерством занимаешься? Ох, давно, еще в 2000-м с ребятами ходили. Металлолом собирали на переплавку.
Потом зона образовалась. Сперва было страшновато, но все равно решили сходить проверить, что тут еще есть ценного. Сперва по привычке металлолом тягали, а потом нашли первый артефакт. А тут бац, выясняется, что артефакты эти дороже золота бывают. Их и сейчас не так много, а тогда вообще о них почти никто не знал. Загнали его за такие деньги, Вспомнить любо-дорого, сейчас уже не так. Так, что ты делаешь на кордоне? Что за вопрос? Кордон — это же парадный вход в зону. Мы, сталкеры, часто сюда ходим. Тут отдохнуть можно и патронов-то купить. Опять же, сидра из артефакта неплохие деньги дает. Если тебе напарник нужен, то на кордоне кучу новичков встретить можно. Они за матерым сталкерюгой готовы в огонь и воду. Мы для них все равно, что живые легенды. Окей. Так, а могу я вступить в ваш план? Думаю, я достаточно помог, чтобы считаться своим. Конечно, ты мне сразу понравился, но сам понимаешь, доверяй, а проверяй. Но после того, что ты сделал, я без вопросов готов принять тебя в наш клан. Что скажешь? Конечно, что может быть лучше сталкерской вольной жизни? Холодное пиво и горячий песок на берегу океана? А, не обращай внимания. Надеюсь, про кодекс сталкеров тебе рассказывать не нужно. Фу, еще и кодекс какой? Окей. Лучше расскажи, чтобы потом вопросов не было. На самом деле все просто. Быть сталкером — значит быть человеком. Помочь товарищу в тяжелую минуту, не крысятничать, не совершать подлости, поделиться аптечкой или куском хлеба, прикрыть спину в бою, разделить ночлег у костра. А главный враг для нас сейчас бандитское отродье, которое только и делает, что паразитирует на нашем брате-сталкере. Наша цель — раз и навсегда очистить зону от этих выродков. Да, понял. Ну, в принципе, он ничего такого нового не сказал. Понятно. Так, тогда я не буду больше тебя грузить. Поздравляю тебя и себя с появлением нового товарища в нашем дружном сообществе. Никогда не аномалии тебе, сталкер. Чтобы ты мог слышать сообщения других сталкеров клана и следить за расстановкой сил в нашей войне против бандитов, я активирую у тебя в КПК коды радиопереговоров и тактического меню. Еще раз поздравляю. Так, он мне, кстати, дал еще детектор медведь, противоадиационные препараты. Хорошо. Ладно, пойду я по своим сталкерским делам. Ладно, окей. Так, до встречи. Дай-ка посмотрим, что. Детектор, медведь. А, ну это старого образца. У нас нового образца получается, поэтому у нас покруче его, вот этот можно продать будет. Ну, для радиации, от радиации хорошо. Окей, друзья, поздравляю. Теперь мы с вами официально сталкер. Окей. Для начала, значит, так, выброс у нас, кстати, прошел. Для начала, значит, я хочу отправиться вот сюда, так, погоди, вот сюда, этому. Что продать могу предложить? Ему. Приятно иметь дело продать, с честным сталкером. Продать вот это. Ну и, в принципе, все, да? За пятихаточку, ну нормально, за пятихаточку. Так, погоди, опа, патроны, смотри. От новой винтовки. О, бляха. 5 косарей, смотри, какая винтовка, бляха. Я бы ее взял. 86-й ил, я бы взял. Ну не знаю, бляха. 5 косарей стоит. Стоит или не стоит оно того? Нихз. Ладно, пока не буду, там посмотрим. Напишите в комментариях, стоит оно того или нет. Брать или не брать. Так, я хотел, короче, отправиться вот сюда. Опа. Его что, казнили уже, что ли? Там в миске как будто насрано. Так, окей, я хотел так, аптечки. У меня аптечек нет. Вот это. 5 бинтов. Это 5. У меня в карманах 10 бантонов, прикинь. Так, вот это вот я возьму. Колбасы нет, да? Колбасы нет, вот это я заберу. Так, гранаты 5. В принципе все. Патроны. Ну нормально. В принципе, окей, хорошо. Так, и что теперь? Теперь нам, в принципе, нужно отправляться, короче, с вами на свалку. Лёха, ни хрена не там блокпост-приемник. А блокпост-приемник — это вот это, да? А. Так. Нужно отправляться на депо.
Ну и я отправлюсь на депо, я, короче, снова по... Рассказывай давай! Так, а награды там никакой нету у него? Для меня. Есть что-то на продажу? Если не нашел чего искал. Нет ничего. Так, окей. А на депо я хочу отправиться снова ну, с этим. Что расскажешь? Привет, брат. Там может отвезти. Отвезти, так. Горевшие это болото. Свалка. Свалка, блокпост, приемник. Барахолка, ну пока мы там не были. Так, ну блокпост, приемник, да, наверное. 500 рублей всего. Скидосы. Для своих скидосов, что ли? Окей, хорошо. Да пошли. Пятихатку не жалко, в принципе. Косарь, это вот подумать. А вот пятихатку не жалко. Если бы он два косаря замутил, то не знаю. Слишком было бы дорого. Захватить стоянка за концлагерем. Окей. Окей. Опять ночь. Так. А. Мы вот эту штуку захватывали, но и пока мы бегали за тайником, ее снова захватили. Окей. Так, я хочу сейчас посмотреть вот ну, здесь. Есть рассказывай, появилось давай. Что? Нет, ничего не появилось. Окей. Погнали. Давай, стоянку за концлагерем. Надо как-то... Чтоб подобраться так, чтобы они меня не видели. Так. Ну, то место еще обследовать надо. Бляха, и я их не вижу. Фонарем бы посветили хотя бы, не знаю. О-о-о. Вижу. Так, надо где-то заныкаться, короче. Вон камни. За камнями. Хоп. И погнали. Леха, их там немало. Тихо-тихо-тихо, прячься. Я думаю, тот, короче, вот этот Ил-86, он почетче будет. Ну, не то чтобы почетче, у него разброс, наверное, не такой сильный. Блин, гранаты, ну, ёпти мать, опять эти гранаты, ну... ну как меня бесит-то. Вы задрали. Вы просто, мать его, задрали. Почему вот нельзя просто поперестреляться? Поперестреляться тут всем. Почему обязательно над гранатами кидаться? А где мои-то гранаты, бляха? Чё? Падла! Вот тебе и все бинты. Штуки 3, наверное, израсходовал сейчас. Собака! Все, у меня гранаты кончились. Все, у меня эти кончились. Бинты. Готов, отлично. Собака! Консервами лечимся. Появился. Да бляха! Огонечек такой. Появился. Почему ночь-то опять, я не понимаю. Так долго шли, что ли? Так, отлично. Один остался, да? Ну и где ты там?
В смысле, подождем еще. А, это свой! А как ты там очутился? Так, надо расчехлить. Патронов там мало уже. Патронов мало осталось, поэтому надо расчехлять. И мне нужны бинты. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть не сдох. Чуть не сдох. А смотри, они вот это загнали, короче, всех наших сюда в трубу и перебили, короче, получается. Бляха, сильно у меня, сильное кровотечение. Мне надо, короче, бинт хотя бы один, чтобы... О, есть бинт. Хорошо. Да возьми ты. Так, использовать. Хорошо. Хотя бы немножко я снизил свое кровотечение. Батона пожрем. Консервом. Отлично, еще один бинт. Можно, в принципе, его использовать. Отлично. Нормально так. Есть, вышло. Мы закрепились на свалке. Кто не понял, повторяю. Путь на свалку открыт. Тайм за вход отменяется. Все, теперь последний раз. Пацаны, блин, шифруйте. Надо, короче, метнуться на место, позырить чертовика. Да по очереди, бляха. Сейчас пробьем. Ну что, подождем еще? Для гарантии. Так давай, просто ждем. Все не закончится, точно говорю. Еще припрутся. Давай, ждем. Я пока здесь порасчехляю. Ждем. Ну что, подождем еще? Для гарантии. А, вон идут, смотри, стоянка за концлагерем. Ждем тогда. Парни. Тихо! Вот еще с этой стороны должны подождем. Где-то. Вон там где-то. Вот так. Вот отсюда. Так, я что-то видел. Вон, бегут. Возможно, парни! Парни! Идут. Парни, идут! Ну что, готовься! Подождем еще для гарантии. Готовься! Я его подранил! Подранил! Зацепил, гада! Большое тебе человеческое спасибо! Будешь где неподалеку, милости просим на нашу базу. Мужики, не расслабляемся! Так, можно окей. Передохнуть маленько. Можно передохнуть, но мне очень срочно нужен бинт. Да собака, стой на месте! Эй, да ты пушкой-то не маши! Для разговора она не нужная. Так, все? Отлично, захватили. А что ты желтый-то? Я же сталкер. Не люблю я говорить под прицелом, мужик. Я же сталкер, а что ты желтый? А, именной пистолет надо принести. Окей. Тут где-то этот. Тайник. Дай бог там будет, бинт. Пожалуйста. Да, отлично. Хоть что-то. Леха, аптечка. Последняя аптечка осталась. Ёпти мать, а. Так, окей, давайте пока времечко у меня осталось. И давайте мы с вами посмотрим. Вот здесь вот. Здесь по-любому артефакты. Так. Бляха, смотри, стоянка за концлагерем опять идет. Они так и будут нападать? Тихо. Да собака! Оп, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, у меня последняя птичка осталась.
Ой, не осталось, а вообще. Так, это что? Ожог. Несмотря на название, вполне отражающий природу огненный шар, легко может держать в руках, не опасаясь ожогов. Он ценится за способность поддерживать в небольшом радиусе вокруг себя постоянную температуру около 24 градусов Цельсия, вне зависимости от окружающих условий радиоактивных. Погоди, и все? А, нет, смотри, что-то есть еще. Ага. Хорошо, аптечка. Хотя бы одна, хорошо. Где-то здесь. Вот искажение, он прям... О, отлично. Бляха! Жесть, конечно. Бляха, где я сохранился-то? А, я, наверное, взял аптечку и сохранился. Да. Именно так и было. Так, окей. А что ты убрал-то? Отлично. Только радиации просто наглотался. Так, окей, а что я взял? Что я взял? Это у нас что? Мамины бусы. Многое в этом артефакте остается полной загадкой для ученых. Впрочем, точно установлено, что излучение, возникающее при пульсации утолщений маминых бус, ускоряет протекание метаболических процессов в организме. Один из самых заметных эффектов – это ускорение заживления ран радиоактивных. Кровотечение, бляха! Отлично, отлично, давай вот вместо этого. Отлично. Вот самое то. Вот это полезный артефакт. Что, есть еще что? Бляха! А в смысле, он по мне попал, а почему у меня кровотечение-то? Как было, так и есть. Собаки. Ну и где эти падлы? Чпунь просто, чпунь. Так. Судя по всему, они идут туда, этот, на стоянку концлагеря, да? Поэтому. Поентому. Поентому. Ой, бляха, ой, бляха! Ай! Окей, друзья. Мы, в принципе, с вами выполнили то, что нам нужно было сегодня. Вот. Поэтому у меня, кстати, видос уже подошел к концу. Вот. И. В следующей серии мы отправимся с вами на депо. На депо, да. Ну, в начале серии, наверное, надо будет отбить вот этот... атаку на стоянку концлагеря, вот, а потом отправляемся на депо. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий, всем пока.